В Волгоградской области в 2023 году продолжится масштабная программа по расчистке Волго-Ахтубинской поймы. Всего в этом году планируется провести реабилитацию 36 водных объектов. Программы, рассчитанные на несколько лет, начнутся на 29 ериках и озерах. В этом году стартует также очистка от песка и ила 10-километрового участка русла Ахтубы. В течение года завершится экологическая реабилитация на ериках Коршевистый, Щучий, Морозовка, Качковатый и Пенев. Здесь высадят молодые деревья. Будет также полностью восстановлена проточность ерика Сухой Каширин и завершено обводнение озера Два Брата.